Сегодня отчетно-выборная конференция. Значит, будут выступать люди, будут отчитываться о своей работе. Значит, ну, я как представитель на сегодняшний день, получается, исполняющий обязанности руководителя администрации, значит, тоже мог бы рассказывать о работе и администрации, и своей в том числе, потому что, значит, работу администрации, ну, можно отнести и к достижениям той же партийной организации, потому что мы все являемся, значит, помимо работников администрации, являемся еще и, значит, членами партии «Единой России» и довольно-таки с большим сроком. И что бы мне хотелось, буквально два слова, я не буду говорить, Галина Владимировна, в принципе, уже обозначила направление. Значит, да, это отчет, и есть о чем сказать, но главное событие – это выборы прошлогодние. К сожалению, партия «Единая Россия» проиграла. Не так много у нас партийных организаций в крае, которые, значит, этот момент пропустили. И я думаю, в любом случае, несмотря на то, что, значит, оппозиционеры работали и будут работать и всякими методами, вплоть до того, что обвинять администрацию там и в поджигании елок и так далее, и тому подобное. Но до того абсурдные вещи предлагают. Ну, как бы вы, люди грамотные, быстро в этом плане разберетесь. Но, тем не менее, нужно выходить на выборы в перспективе и работать, значит, с самим населением. Я думаю, при желании, при нашем совместном сотрудничестве мы эти вещи